Привет, дорогие друзья, с вами канал Энкэт, и я, и это видео предназначается на конкурс рукодельно-креативный от Купи Ребенку ТВ. Купи Ребенку ТВ просила сделать для любой монстрешки нового питомца или для героинь из Ever After High. Ну, я сделала для монстряшки нового питомца Франкенштейн. Ну, и Клодин Вульф в этом тоже принимала участие, так что она помогала нашей Фрэнке слониху делать. Как вы видите, моя слониха, она немного выше, она, ну, практически как монстряшка. Если ее еще на ноги поставить, то... Ну, она будет выше монстряшки. Ну, а сейчас о дневнике. Ее зовут Нелси Чет. Дневничок. Тут мы сразу видим портрет ее, лапку, которую сделала ее кошечка. 1 февраля и 2 февраля. Ну, дневничок ее. Я так предполагаю, то, что она, когда ей один год исполнилось, я думаю, то, что... Она еще не знает русского языка. Ну, знает, но не очень хорошо и не очень хорошо пишет. Так что вот 1 февраля, ну, неправильно немного перенесла. И это было задумано специально. Да, и написала: сегодня я родилась и увидела Фрэнки и Клодин. И я с ними подружилась. Ну, и мягкий знак перенесла, чтобы не пограмотней было, да. Это я все специально сделала. Ну и 2 февраля тут уже более-менее грамотно. Ой. Ну да, более грамотно. Ну вот, мы выложили видео на канал и отправили Купи Ребенку ТВ. Ну да, мы выложили. Ну и тут сама анкета, которая просила сделать... Купи Ребенку ТВ. Да. Ну, тут написано обо мне и лапка. Такой вот стоит. Возраст и один год, монстростиль, красные полоски на теле, слабое место, громко хохотать, любимое занятие ходить по супермаркетам. Я сказала уже в начале видео то, что Клодин Вульф принимала в создании нашей слонихи Нелси участие и дала ей такой характер, чтобы она модничала и, как сказать, ходила по магазинам. Вот почему у ней такой бантик и юбочка. Но об этом чуть-чуть попозже. Любимый питомец. Кошка Джинни. Кошка Джинни — это полностью аксессуар. Вот. Это полностью аксессуар. Это не... Ну, животное, но это аксессуар. Животное. Да. Любимый цвет красный. Ну, и тут она нарисовала красную полосу. И лучшие друзья Фрэнки. Стрелочка идет к Фрэнки. И Клодин. Стрелочка идет к Клодин. Ну и сам портрет нашей Нелси. Думаю, похожие. Ну да, похоже так, более-менее. Ну вот, это был ее дневничок. Как у базовых куколок Monster High, но только там у них не все по-другому выполнено. Да. Ну и приступим к самому обзору. Я начну с аксессуаров. Как я сказала, то, что аксессуар — это ее домашний питомец, да, его я тоже самостоятельно сшила, тут такой бантик, глазки вышиты из хлопковой ткани белой, и носик из розовой хлопковой ткани, а нитки, ну и вышит вот такой вот милый замечательный ротик, и ткань, она из... как-нибудь из-под колготок, вот такая вот резиновая, но это не колготки, это не то. Ну и
как я сказала, что это Фрэнки все делала, как будто Фрэнки делала, и я постаралась немного неаккуратно, тут немного и не дошила. Ну, дошила, но не дошила. Как-то вот так вот. Но все равно очень прикольно и симпатично смотрится. Да, я думаю. И мне кажется, то, что это полностью аксессуары, и к этому не нужны биографии и все прочее. Да. Ну и второй аксессуар – это зонтик. Зонт, он не раскрывается, он просто вот так вот стоит, сделан из ткани и завязан ленточкой вот такой вот. Ну и основа – карандаш. Так, такой вот зонтик. Ну а теперь о самой Нелси. У Нелси очень, ну она как Саниха, у нее должен быть хобот. И вот такой вот хобот я его делала, саму Нелси я делала из обыкновенной хлопковой ткани, вот окрашенной. Да, и все остальное. И я постаралась, вот когда вот сюда вот пришивала, я постаралась немного неаккуратно делать. И на носу я вот так вот немножко ниточек припустила. Немного ниточек припустила, но все равно. Очень мило и красиво получилось. Глазки я сделала из оранжевых пуговичек и нарисовала зрачок фломастером. Ну, потому что у меня не было вот таких вот пуговок, которые там, например, зеленые, и внутри у них черного. Я взяла вот так вот хитрым способом, нарисовала и покрыла это все таким прозрачным лаком. Да. Губки я рисовала фломастером фиолетовым и обводила синим фломастером. Так вот, ушки я рисовала тоже фиолетовым фломастером, эту икру, и бантики, типа резиночек, я сделала. Ну, тут такой бантик милый, да, и еще обводка, обводить что-нибудь, я обвела вот так вот как-нибудь черным фломастером, а вот сзади тут ничего не было. Ну, чтобы показать, что это рисунок. Да, и ну и тут то же самое. Да. Ну, к юбке приступим. На теле у нее ничего нету, кроме вот этих вот самых ручек. И на ручках браслетики. Я сделала имитацию браслетов. Набивала я синтепоном. И я забыла вам рассказать про бант. Бант я делала из точно такой же ткани, которая делался и зонтик, и юбку точно такой же тканью. Вы видите, то, что тут такой есть цветочек. Очень миленький и красивенький. Да, и на нем я не стала делать узор, потому что как-то он должен выделяться, но он и так выделяется, но я не захотела на нем делать узор, потому что, ну, захотела что-нибудь белое. Тут разными цветами квадратики вот эти изображены. Да. Разными цветами квадратики изображены. Ну, вот такой вот завиток. Ну и разными цветами я скажу вам, какими. Зеленым, оранжевым, синим, фиолетовым, фиолетовым, зеленым и оранжевым все пошло. Да, и еще вы говорите про ножки, наверное, думаете, почему же я вам ножки не показываю. Вот они ножки на этих ножках, очень прелестные, но я делала вид, то, что это прелестные балетки. И вот такая вот наша Нелси, и она немного вот такая вот кривоватая, потому, ну, кривоватые у нее ноги немножко. Но я сделала
то, что это реально делала Франкенштейн, она у нас любит все неровности, вот это все. Ну и сама она не у нас неаккуратно шьет, так что вот. Ну и саму сейчас во всем покажу снизу сверху нашу Нелси. Ну вот такая вот Нелси, сейчас я ее сверху снизу покажу ее аксессуары. Да. И ее кошечка. Ну и, конечно же, ее сам дневник. Ну, все, это было видео на конкурс от Купи ребенку ТВ, рукодельно креативный. Всем пока и удачи!